Сразу три музейных экспозиции мог осмотреть любой посетитель Серпуховского историко-художественного музея в воскресенье. Все они посвящены истории жизни купчихи Анны Мараевой. Анна Васильевна родилась ровно 176 лет назад. На уникальном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Серпуховская старообрядческая церковь – единственная в Подмосковье. Храм был построен на средства Анны Мараевой для старообрядцев, беспоповцев, старопоморского согласия, членов большой семьи, рабочих и служащих мануфактуры. Экскурсовод рассказывает об истории этого удивительного храма, о его экспонатах, отвечает на вопросы посетителей. Конечно же, будет рассказ о самой хозяйке нашего музея, это Анна Васильевна Мараева, экскурс в историю, и в конце экскурсии всегда задаются вопросы, на которые экскурсовод отвечает очень достоверно. Посетителей около 30 человек. В условиях пандемии одновременно больше нельзя. Среди них много серпуховичей, патриотов своей малой родины. Такая дата, посвященная Мараевой, как говорится, это человек, которого мы должны все время почитать. И пропустить это мероприятие я никак не могла. Я буду не серпуховичка, если я пропущу это мероприятие. Каждый человек должен свою историю знать, тем более живущий в Серпухове. Есть люди, которые не знают, где музей, кто такая Мараева. Но я вообще интересующийся человек. Мне это интересно. Сразу после посещения старообрядческого храма гостей музея знакомят с выставкой «Анна Мараева. Жизнь и вера». В понедельник экспозиция работала последний день. К сожалению, ее воочию увидеть будет невозможно, но зато можно будет посмотреть 3D-тур на нашем сайте. Поэтому она будет доступна 24/7. После того, как люди посетят выставку зала Анны Васильевны Мараевой, мы переходим в белый зал, и там будет лекция, также посвященная Анне Мараевой под названием «Анна, Аннушка, Анна Васильевна», где люди более подробно смогут узнать этой замечательной женщине, с которой мы относимся с огромной благодарностью, уважением и любовью. Анна Мараева умерла в 1928 году в возрасте 83 лет. В 2020-м, юбилейном году со дня рождения купчихи, было принято решение увековечить память Анны Васильевны. Рядом с Серпуховским историко-художественным музеем будет установлен памятник в ее честь.